Всем привет, меня зовут Ольга, и сегодня я делюсь рецептом хлеба на цветочной дрожжевой воде. Готовим преферментДля этого дрожжевую водичку смешиваем со столовой ложкой сахара и мукой. Смесь оставить на 16 часов. Начинаем готовить тесто. В чашу поместим всю опару. Смотрите, какая активная она стала за 16 часов. Также добавим туда закваску, дрожжевую воду, патоку, муку. Все перемешаем до объединения ингредиентов. Прикроем пищевой пленкой и оставим на аутолитическую паузу на 1 час. Затем добавим солевой раствор и вымесим. Вымешанное тесто смажем растительным маслом, накроем и оставим на брожение при комнатной температуре на 3,5-4 часа. Во время брожения каждые полчаса будем делать складывание. В конце добавим семена подсолнуха, после чего накроем и оставим еще на 2 часа. Во время брожения также сделаем складывание. По окончании брожения производим формовку хлеба. Формуем хлеб любым удобным способом и помещаем в расстойочную корзину. Даем тесту окончательно подойти и отправляем его выпекаться. Если вам интересны мои идеи, подписывайтесь на мой канал. И если вам нравятся мои рецепты и видео, не забывайте ставить лайки.
Всем пока-пока. До новых встреч.